17 марта 1945 года. В течение 17 марта юго-западнее Кёнигсберга наши войска продолжали бои по уничтожению восточной прусской группы немцев и заняли 10 населенных пунктов. Войска 1-го Белорусского фронта взяли в плен более 2000 немецких солдат и офицеров. В числе пленных командир 402-й немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант Шленец. В районе Бреслау продолжались бои по уничтожению окруженной в городе группы войск противника. За 17 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 136 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 26 самолетов противника.